выйти на пенсию в 55 лет или сменить неблагоприятные условия труда на более легкие, такая возможность появится у специалистов вредных профессий. Кроме того, они могут претендовать на специальную социальную выплату при условии, что в течение 7 лет за работника поступали профессиональные пенсионные отчисления. По словам министра труда и соцзащиты населения, в Казахстане насчитывается более 2000 вредных профессий. И поскольку накопительной пенсионной системе страны всего 25 лет, у этих работников недостаточно средств, чтобы выйти на пенсию в 55 лет. Поэтому правительство разработало альтернативу. Сумма выплат будет зависеть от зарплаты и стажа. И у каждого она будет индивидуальная, пояснила министр. Специальную социальную выплату работники смогут получать до наступления пенсионного возраста 63 лет. При этом они сохранят право работать и дальше, только на более легких условиях. Более того, Светлана Жакупова пообещала таким работникам помощь с трудоустройством. Работодатель не хочет расставаться со своим работником. Они могут заключить, например, дополнительное соглашение к действующему трудовому договору и, соответственно, перевести его на легкий труд на том же предприятии, но чтобы он выступал как наставник. Мы со стороны Центра карьерного роста можем по программе «Контракт поколений» субсидировать его заработную плату. То есть и работодатель платит, и мы платим за его наставничество. И плюс это выплата.